Здравствуйте все! Сегодня буду вам показывать мои цветущие фиалочки. Вот они все вместе, а потом я буду показывать по отдельности и рассказывать вам о каждом сорте все, что я знаю. Вот такая у меня красивая полочка. Я их поставила все вместе, чтобы было лучше видно. Это сорт Hands Seduction. Вот он цветет у меня уже второй раз, и я им очень довольна. Очень красивые цветы, очень необычные цветы. Это не то, что какие-то фэнтези, а это вот такие вот, как ватные шарики, такие огонечки белые на ярких лепесточках. Очень красивый сорт. Цветет хорошо, спокойно, равномерно. Выращивает сам по себе ровную розеточку. И у меня никаких претензий нет к этому сорту. Очень хороший сорт. Он маленький еще у меня, поэтому вот все, что выдал. Первый раз был один цветоносик, а вот сейчас два. И я буду показывать вот видео сначала со всех сторон, а потом еще буду показывать фотографии, те, что у меня есть для этого сорта. Сейчас покажу вам, какие листочки у Hand Seduction с другой стороны. Они все горошек. Вот, пожалуйста, посмотрите. Очень интересный сорт. Я его, когда первый раз увидела, по-моему, на выставке в Австралии он был. На интернете, конечно, я его увидела. Я прям загорелась такой же иметь. Но это было много лет назад. Надеюсь, что он и вам тоже понравился. Это сорт называется Warm Sunshine. Это значит теплый солнечный свет. И вот вы видите, серединка цветочков такая желтенькая, более яркая, хотя есть там жилочки. Вот, сейчас посмотрите поближе. Жилочки на всех лепестках. Вот, сейчас я его поверну вот так более к свету. Вот, очень интересный сорт. Лепесточки как бы полупрозрачные. Он очень нежный, красивый. И единственное, что мне не очень нравится, это то, что у него всегда очень тесный центр. Но это особенность сорта. Я никогда не видела, чтобы у него были, чтобы он рос по-другому. Короткие цветоносы, вот вы видите. И цветочки как бы выглядывают из листочков. И даже на некоторых не очень сильно даже видны ножки. Вот. Держу я свои фиалки на фитиле. Вот. Видите? Вот здесь вот висит. Вот, держу я их в пластиковых стаканах. Я об этом буду потом рассказывать в другом ролике. Вот. Ну, какие у меня не то чтобы претензии к этому сорту, но вот то, что он такой тесный центр, вот это мне не очень сильно нравится. И вот такие у него листочки интересные, не гладкие, но очень даже симпатичный, блестящий. Я считаю, что это очень достойный сорт, и его стоит держать в коллекции. Особенно для любителей желтоцветных цветочков. Особенно вот для них. Вот сейчас я еще раз вам покажу поближе. Очень красивый, интересный сорт. Вот. И на этом тоже видно желтые ручейки такие, видите? Вот. Ну вот, и покажу фотографии, какие у меня есть этого сорта. Вот еще один сорт из моей коллекции. Называется Apache Bandit. Цветы очень темные. Они вот здесь почему-то получаются светлее, чем на самом деле они есть. Вот. Претензии к этому сорту у меня есть. Скажу честно, есть претензии. Ну какие? Значит, эта розеточка
у меня довольно давно растет. И за то время, что другие нарастили большую листву, стали довольно большого диаметра, это нарастило всего 3 листика. Вот очень медленно растет. У меня есть другой сорт Апачи, но у меня с ним не было таких проблем. А этот вот так вот. Первый раз он выдал мне один цветочек всего, я его удалила. Думала, вот сейчас будет он меня наращивать листву. Не тут-то было. Вот очень медленно растет. Эта розетка пестролистная должна быть, но вот он как-то, не знаю, мне не очень я довольна этим сортом. Вот так вот. Сейчас перейду к следующему. Вот Бакай Сарсапарила. Отрада очей моих. Но до того хороший сорт. Я его просто обожаю. Обычно ведь Бакай, они большие, очень крупные розетки. И этот исключение. Розеточка маленькая, компактная, ровненькая. Вот шапку я не должна вам представлять. Вы сами видите, какая шапка. Вот. И вот опять, видите листочек здесь? То же самое, что с предыдущим сортом. Очень много влаги, надо будет поменять фитиль. Вот так вот она растет ровненько и очень красиво. Вот. И вот такая вот она симметричная. Я ничего не делаю, но, конечно, я формирую розеточку, когда деточка маленькая, я удаляю там листья и винильные, все. Вот. Но, в принципе, она сама по себе растет очень хорошо. Сейчас покажу вам фотографии, которые я сделала с предыдущего цветения этого сорта. Вот я решила вам все-таки показать. Я удалила цветы все, потому что мне надо удалять листики и приводить розеточку в порядок. Но перед этим я вам хотела показать, какая она хорошенькая, ровненькая. И видите, мне надо будет нижний рядик убрать и привести ее в порядок, чтобы она дальше росла. Но вот я, насколько понимаю, она намного больше не станет. Вот, и я в другом виде буду показывать, как я убираю листья, что я убираю, что я оставляю, какие фитили у меня, в каких контейнерах я держу свои розетки. Вот, а пока еще раз, вот, полюбуйтесь, какая она у меня ровненькая и плоская. Не обращайте внимания на этот листик, он уйдет. И я его обязательно уберу, и это не будет никакой проблемы для растения. Так, следующий. Это сорт, это просто чудо, а не сорт. Называется Pen and Ink. Это значит ручкой и чернила. Вот посмотрите, пожалуйста, что это за сорт. Вот он так растет, таким вот букетом, что туда даже... Вот, ага, вот есть куда палец сунуть. А то хотела сказать, даже палец не засунешь. Вот, но он маленькая розеточка, а цветы... Вот такой вот горой прямо возвышаются. Вот. И они на крепких цветоносах. Сейчас попробую показать. Вот, видите, крепкие цветоносы. Они как солдатики прямо стоят. И цветочки очень хорошенькие. Мне очень этот сорт нравится. Он у меня летом цвел, и все цветы были заплывшими. Совершенно. Были просто... фиолетовыми, с чуть-чуть белого. А сейчас то, что надо. Вот. И я буду опять обрывать цветы, чтобы дать отдохнуть розеточке. Хотя очень жалко. Я сделаю видео об инспекции моих цветов. Вот, например, здесь, если вы видите, я сейчас просто немножко вскользь. Вот этот вот листочек, он таким стал после пересадки, видимо, просто много влаги. Он на фитиле и много влаги. Так что я сделаю такой научно-познавательный ролик
и буду вам рассказывать поделюсь с вами опытом, как я их выращиваю, что я делаю или не делаю. Следующий. Это классика. Это Walkman Merry Christmas. Я просто обожаю этот сорт. Он совершенно бесподобный. Вот цветет всегда вот такой огромной шапкой. Ну, для этой маленькой розеточки это, конечно, большая шапка. Вот. И я что решила? Я решила, что я не дам ему цвести какое-то время. Потому что он только цвел недавно совсем. И опять весь в цвету. И вот такой вот красивый, такие, вот, как вы видите, совершенно тугой-тугой букет. И вон еще лезут бутончики. И вот посмотрите, какие очаровательные цветы. Яркая карандашная окантовка. Ручейки фиолетовые. Ну, он просто изумительный цвет. Просто изумительный. И я советую любителям фиалок, которые боятся выращивать фиалки, купить вот этот сорт и выращивать его. Вы никогда не пожалеете, вы будете получать удовольствие без особых усилий. Он сам формирует хорошую розеточку и вот так вот всегда туго цветет. Вот у меня еще есть фотографии, по-моему, этого сорта. Я посмотрю и покажу вам. То есть я этот сорт очень рекомендую. Посмотрите, какая красота. Прелесть, просто прелесть. Обожаю его. Так, ну вот на этот ролик уже достаточно показала. Вот, в следующем покажу еще. Подписывайтесь на мой канал, если вам интересно. Ставьте лайки, если вам понравилось, конечно. И не забудьте нажать на колокольчик. Вы тогда будете знать, когда я выставила новый ролик. Всего вам хорошего, всего хорошего, хорошего цветения букетиками, шапочками, и чтобы все фиалочки были живы-здоровы, и вы тоже, чтобы были живы-здоровы. Всего доброго, до следующей встречи, пока!